будете у нас на Колыме, будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, лучше вот там. Связи микрофона нет. Связи Теле2 нет. Но говорят, на этом берегу микрофон. Вот уже машины выезжают. И я приготовлюсь. Слегка подрагивает паром, потому что больше грузы сходят. Ну и я потихоньку поеду. Спасибо. Обращайся. Удачи тебе. Репо Рава 500 рублей. Прошлый раз платил. Я там заплатил 100 рублей, чтобы мне... что автомобиль поставили сбоку, чтобы можно было снимать. Теперь самый тяжелый участок – это дорога. Лесной пожар, предупреждают. Все улетели вперед. Нет.
Температура 16 градусов тепла. Ветра нет. Значит, будет пыль. Погода пасмурная. Не очень. Догоняет. Пропускаю его, тормаживаю.
камни летят. Сегодня пройдено 4 километра, двигатель 2 часа 30 минут, средняя скорость 2 километра в час, запас хода на 420. Это не соответствие идет. Запас хода 420, а бензина в баке чуть больше половины.
скоростью 30 км в час с 11 часов можно преодолеть. Ну, а поскольку дальше дорога будет, мне сказали, я не помню, как ты говорил, со скоростью 12 км в час. Thank you.
Мирно приехал в эти края, так и остался. Севера, говорит, затягивают. Человек влюбляется в этот край, и ему больше не нужны города крупные. При этом городов, отношения между людьми, большие города.
двигаться по за 10 часов, можно преодолеть несколько километров. И это, я считаю, очень хорошо. Часа 24 минуты.
А, ну, Лёва, не приедешь, там такая... Опа. Thank you.
багажник покрышен. Секунды счастья и опять.